Добрый вечер всем. К сожалению, я не знаю украинского языка, поэтому хочу вам что-то сказать по-русски. Я хочу вам сказать, почему мы сегодня здесь. Потому что мы знаем нашего Бога, и что мы знаем, что только в нем жизнь. Мы знаем, что жизнь человеческая короткая. И даже когда посмотрим сегодня, что происходит на Украине, все видят, что жизнь человеческая, она короткая, и никогда не знаешь, когда она закончится. И мы знаем, что Иисус – это источник жизни. И мы сегодня здесь об этом говорим, что Иисус – это источник жизни, что нету другого источника жизни, только Иисус Христос, тот, который умер за твои грехи, и тот, который воскрес, тот, который победил смерть, Он ждет тебя, но у тебя есть выбор, ты хочешь ли ты следовать за ним, или ты не хочешь принять его жертвы в свою жизнь. Он умер за тебя, ты согрешил, ты виноват, ты должен умереть, но он понес твои грехи, чтобы ты мог иметь вечную жизнь. И сегодня это доступно для тебя. Ты можешь просто прийти к нему и сказать: «Иисус, я верю, что ты умер за меня, что ты воскрес. Я не хочу жить без тебя. Я хочу, чтобы ты был мой Господь и Спаситель, если ты сделаешь это честно, если ты сделаешь это из сердца, он придет в твою жизнь и изменит ее». Я знаю, о чем я говорю. Я много лет тому назад так сказала к Иисусу. Я попросила его, чтобы он стал моим спасителем, чтобы он стал моим Господом. И он никогда меня не разочаровал. Он всегда был и есть со мною. И это мой друг, настоящий друг. И я знаю, что когда я умру, я буду с ним. Что он меня, я знаю, что он спас меня от ада, потому что есть такое, как ад, это не сказка, есть такое, как ад, и только Иисус может спасти тебя. Его святая кровь, которая пролилась на кресте, может спасти тебя. Просто это очень просто. Нужно только поверить ему, сказать, что ты хочешь его в своей жизни. И все. Ничего больше не нужно. И мы об этом говорим, потому что Бог изменил нашу жизнь. Каждый из нас здесь это пережил. Что с Богом мы получили новую жизнь, хорошую жизнь, мир и радость. Все остальное — это чепуха. Без Христа нет жизни. Настоящая жизнь только в Христе. И ты здесь не случайно, и ты не случайно слышишь эти слова. Это Бог к тебе говорит. Через меня. Это Бог к тебе говорит. Это Бог обращается к тебе. Через меня. Когда ты будешь сегодня в своей комнате, ты просто завозви к нему. Ты скажи ему, что ты хочешь знать, какой он, чтобы он открыл себя. Если ты честно помолишься, он придет к тебе, он придет в твою жизнь. Это 100%, потому что он верный. И Иисус, он возвращается на эту землю. Я не знаю, когда это будет, но верю, что это будет быстро. Он возвращается на эту землю, как судья. Пока есть благодать, пока можешь покаяться. Но когда он вернется, тогда будет слишком поздно.
потому что он придет сюда, как большой царь царей, как владыка, как судья. И тогда будет слишком поздно, чтобы покаяться. Сейчас есть на это время. Yeah.